Сегодня или завтра нам вернули. Макс, смотри. Большое спасибо. И сегодня нам будет помогать Наталья Сванова. Как видите, соревнования по бесснежным видам спорта немножко в этом году у нас по-новому проходят. Это бесснежные же виды спорта, тот же каникросс, это бег собак, то есть человек бежит. Велосипед, скутер, это тоже это все бесснежные виды спорта. Вот, постараемся максимально аккуратно бежать по трассе, чтобы не получил никто ни травмы, ни как ни люди, так и собаки. Собаки тренируются постоянно и по снегу, и по земле, то что как бы собака, всегда с ней занимаешься, она всегда адекватно ведет в любой случай. Даже вот эти наши зимние собаки, они даже по снегу идут лучше, чем по земле и по каким-то камням. Потому что для них это даже как бы лучше. Ну, для человека более внимательность, потому что под снегом скрывается много всяких нюансов. Маламуты и лайки возьмут себе призовые места. У нас и овчарки берут призовые места, и доберманы. То есть это на самом деле зависит от того, как подготовлена собака и спортсмен. Чем больше тренируется, тем выше шанс на удачу, на успех, на победу. Зимние трассы на скутере. Скользко, весело, прикольно. Ну, на самом деле хорошо, все здорово. Все отлично.